Получив такую шикарную пианистическую школу, обладать такими комплексами музыканта и заниматься педагогикой. Совершенно другая волна, совершенно другой мозг, совершенно другой характер. Почему? Понимаете, в наше время, когда нивелируется творчество, когда педагоги получают низкие зарплаты, и все ушло в схоластику, быстро, громко, и все прикрываем грамотами лауреатов, дипломантов, ну, таких престижных конкурсов. И такая личность, которая не имеет никаких званий, которая, самое главное, научить оставить, сохранить и приумножить. Для меня это честь, для меня это... Вот, ну, не знаю, это вот мое такое же вот видение, потому что в искусстве нужно быть немножко авантюристом, но очень профессиональным. И для меня вот это открытие, понимаете, что такой педагог, как вы, так по-честному в наше время занимается с детьми. Понимаете? Что вы вкладываете вот в это понятие, вот быть педагогом? Центральная музыкальная школа. Я понимаю, что это вот самая лучшая школа, но тем не менее, там тоже все хорошо. Знаете, но прежде всего спасибо вам огромное за такую лестную оценку и такие слова, которые, в общем, дорогого стоят, и не часто мне их говорят. И все, что касается раздела звания, это я всегда оставляю за скобками, я всегда говорю, главное, чтобы не посмертно, я так грубо шучу. Вот, потому что на самом деле звание – это бумажка. Это бумажка, которая нужна в нашей жизни просто для того, чтобы понимать. И я, может быть, никогда бы... Я, собственно, к ней не стремлюсь. И никто к ней, по-моему, не стремится дать мне эту бумажку. Просто она, может быть, немножечко бы отличила меня от многих людей, которые, как вы правильно заметили, либо занимаются педагогикой, либо исполнитель. У меня всегда было ощущение... Я готовила себя в исполнителе. Я была исполнителем. Я играла, всегда играла и продолжаю играть. И я всегда считала, что я не буду педагогом, я не смогу. Я в педагогику пришла просто от того, что я видела очень многих детей. Я почему-то, может быть, это от природы, я не знаю, откуда это. Я видела сразу, вот входя в класс, я понимала, там играет ребенок, вот у него там проблема. Вот у него там не получится, вот он бьется, у него там не получится. И я как исполнитель реагировала сначала. Я поняла, что я могу ему подсказать, как сделать быстрее. Вот, чтобы он пошел дальше, не зацикливался на этом. И многие мои учителя, собственно, два моих учителя, которые были основными, они оба почему-то считали, что я должна преподавать, и всех своих учеников нагружали в мои руки, что называется, выгружали. Вот. И у меня была очень большая практика весь период, пока я училась. Но, говоря о педагоге и исполнителе, почему для меня это очень важно? Мне очень многие говорили, нет, ты знаешь, в моей центральной музыкальной школе, нет, надо всегда для себя выбрать. Вот надо либо одним заниматься, либо другим. А я всегда говорила, я считаю, что это неправильно. В такой школе, как центральная музыкальная, должны вообще работать только исполнители. А любой педагог должен стремиться к этому исполнительству. Если он даже не может играть, то он, у него есть друг, приятель, подруга, который может играть. Значит, он должен найти какую-то замену, если он не может показать, чтобы кто-то ребенку сыграл. Потому что музыка – это язык звуков. В первую очередь, если вы говорите о музыке только словами, это, конечно, хорошо, можно прочитать лекцию ребенку, но это не возбудит его фантазию, это не возбудит его воображение. Да? А если ты работаешь от звука, если ты работаешь с ним на живом инструменте, да, пусть плохом, неважно, но ты будешь каждый день его фантазию, ты побуждаешь его услышать красивую пьесу, услышать красивую музыку, еще выучить что-то, что-то с ним сыграть, дать ему какую-то надежду, что вот ты вот получишь вот это, а потом ты сыграешь вот такую замечательную музыку. Это всегда дает лучший результат. Всегда. И мой опыт показывает моих путешествий по стране, ведь мне показывают не цемшовских детей, а самых разных. И я всегда своим возвращаясь, говорю детям, слушайте, ну вас надо всех выгнать. Дети, которые не имеют базы, вообще плохо научены, и с массой недостатков, на сцене делают такие вещи, а я должна там до вас достучаться. Нет, конечно, у меня замечательные дети, не всегда были, но сейчас особенно замечательные. И мне с ними очень комфортно работать, потому что мы можем творить. Мне не нужно просто ремесло, мне это скучно. Я считаю, что
именно исполнительская натура, именно исполнительское начало, которое во мне сидит. Во всяком случае, может быть, кто-то этого не хочет замечать, но я его всегда разогреваю, я его поддерживаю, я все время держу себя в форме, я стараюсь все время играть массу всего с ансамблем таким, с ансамблем сяким. У меня очень много партнерских выступлений, очень много выступлений с оркестром, то, что я делаю для детей, сольных выступлений, стараюсь что-то учить. Почему? Потому что даже для того, чтобы найти новую музыку, материал, который можно дать им, это надо уметь сыграть, это надо понять, почему я буду играть это. Это надо уметь сыграть на очень высоком уровне, не подменяя, что я бездарный, я сыграю то, что никто не знает, и все умилятся, и все мне будут аплодировать, потому что это какая-то новая музыка. А то, что я ее убил, это никому не интересно. А наоборот, поднять ту музыку, которая потрясающая, которую никто не может сыграть, и для того, чтобы ее слышать, надо вложить еще невероятное количество всего. Потому что, ну что, вкладывать в Рахманинова, и так все понятно, что гениально, нам только стараться надо это не испортить. Это не надо доказывать, это уже понятно, да, или Шопена, или Листа. Но когда дети играют, это не обученные, не готовые к этому. Значит, нужно искать какой-то репертуар. А как вы его найдете, если вы не играете? Как? А если я могу сыграть это на сцене, и люди это услышав, потом начинают говорить, вот почему они это играют. Это же потрясающая музыка. И когда я начинаю рассказывать, почему вот это, посмотрите, чему можно научить на этом, почему это, а не это. Но я должна же это показать. Я должна сыграть это заразительно. А чтобы мои ушастые дети талантливые отреагировали на то, что я предлагаю. Я должна просто прочитать с листа на исполнительском уровне, чтобы сказать, пожалуй, вас услышали. Да, пусть полежит тут баллада Шопена, я пока вот поиграю здесь, Манюшка, пожалуй, вы меня убедили, почему это надо поиграть. Понимаете? А потом я уже начинаю объяснять теорию, что Шопен-то написал полонезы, когда Манюшка их написал. И даю им почитать, говорю, а вот почитайте-ка, почему он написал полонезы. И модели этих полонезов вот так, точно повторяющие модели полонезов Манюшка. Другой язык, другая музыка. Поэтому исполнительство и педагогика для меня в центральной музыкальной школе, которая профессионально обязана готовить исполнителя, не преподавать и отдавать в исполнительский вуз, для меня это есть задача номер один. Одна ли я ее выполняю? Есть ли у меня сообщники? Да, есть ли у меня единомышленники? Ну, конечно, какие-то есть. Конечно, многие люди всего возраста уже играют или еще что-то такое. Но мне кажется, что стремление к исполнительскому началу в педагогике – это ключ к решению очень многих задач. Потому что, понимаете, когда педагог просто объясняет ребенку и говорит из урока в урок одно и то же, но он лишает этого ребенка, что называется, вот показа того, который заражает, который возбуждает фантазию, которую вот мы сегодня делали с старшей стычки немецкой. Вы поняли, да, что мне хотелось ее где-то просто вот прям уже схватить, сказать, Саша, да успокойся ты, она человек очень ответственный, и она понимает, что она там повторила это за 2 дня, и она чувствует свою неловкость, да, а я-то, в общем, не ставила ей задачи это выучить заново, потому что это не нужно, я как раз хотела, чтобы люди услышали, что и она живая, и ей свойственно, чтобы там не вышло, или еще что-то такое, но мне важно было главное показать, исполнительское начало, как эта музыка меняется от личности, вы слышали, что показывала ей я, это была уже другая инвентарь, что делает она. И я не настаивала, чтобы она играла в такой степени громкости или в такой степени тихости. Да? Это не в этом. Дело не в этом. Дело в исполнительской интуиции. Когда вы разговариваете на языке музыки, это всегда рождение чего-то нового. А когда вы говорите как педагог, вы как бы убеждаете человека, что он должен выполнить вашу установку. А какая она ваша установка? Какая она? Ведь когда мы говорим какие-то слова, даже самый замечательный педагог, он зачастую внутри себя вкладывает совершенно не тот смысл, который ребенок услышал. Почему я, как бы, у меня есть некоторые встречи с преподавателями, такие конференционного типа, да, вот я приезжаю на конференцию, я говорю, сегодня мне говорят, какая будет тема, говорю, я не знаю, я посмотрю на аудиторию. Мне не надо для этого писать доклад и читать его, я никогда не читаю, я не знаю, о чем будет разговор, будет зависеть от того, какие будут передо мной сидеть лица. Я говорю, вы знаете, мы сегодня будем говорить о мастер-классах, о их пользе и вреде в интернете. Меня очень многие смотрят. Многие люди просят, чтобы я выложила уроки. Я всегда говорю, знаете, говорю, мне не интересно, что обо мне думают. Я это не читаю, я это отключаю. Почему? Потому что кому не интересно, не будут смотреть. Кому интересно, мне люди потом пишут, задают вопросы. Это другое. Кто-то спрашивает, где взять ноты, кто-то спрашивает, а как это, почему так, а почему это. И получается, возникает какая-то хотя бы чуть-чуть минимальная обратная связь. А кто меня там ругает или хвалит?
вообще не моя тема абсолютно. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Все не перечитаешь, всем не понравишься. Дело не в этом. Дело в том, что если есть люди, которые хотят что-то делать по-другому, вот я работаю для них. Это останется. Бумажка, буду я заслуженным учителем или нет, ее про это никто не вспомнит. А хотя бы что-то, если я смогу научить хоть какую-то десятую педагогу по стране, которые будут нести вот этот свет, эту любовь к профессии, к музыке, и эти дети заиграют, они будут искалечены, испорчены, я не зря прожила свою жизнь. Да, вы знаете, что на самом деле такие вещи, они очень полезны, потому что я замечала, есть города, куда я езжу регулярно. И они, когда я первый раз там оказывалась, я, в общем, не думала, что там это будет так воспринято. Я была там когда-то, когда еще была молодой, но у меня, в общем-то, в принципе, я не хочу себе сделать в этом комплимент, просто вот была какая-то интуиция, потому что мне очень часто, я помню даже в ваших краях, когда я была в Златоусте, когда я была еще совсем молодым педагогом, мне все время говорили на сцене: а как у вас так получается? Вот ребенок вышел на сцену, вы сразу вот ему поставили диагноз и точно сказали, что надо делать. И сейчас мне об этом говорят. Наверное, что-то в этом есть мое индивидуальное, да? Вот. Но я просто заметила, что педагоги, которые со мной уже давно, часто ко мне привозят каких-то детей, или я оказываюсь в каких-то местах и вижу из этих мест детей, я понимаю, что они играют, в общем, очень достойно, очень прилично. И мне это очень приятно, потому что я понимаю, что появляются люди, которые начинают по-другому относиться к своей музыкальной школе, они по-другому начинают относиться к своему рабочему дню, они по-другому начинают видеть ребенка. И, конечно, когда мне часто пишут, например, что делать, вот есть методики, вот есть установки, вот надо делать зачет, а дети не координированы, дети такие, не могут это сыграть. Я говорю, ну что делать? Вот вы говорите, надо играть другой репертуар. Да, я утверждаю, надо играть другой репертуар. Потому что, да, законы написаны, а у нас много законов в стране написано, мы все по ним живем. А вот мы, конечно, стараемся, как бы, да, но при этом невозможно ничего не нарушить. Да, если ты нормальный живой человек и что-то хочешь делать. И то же самое и здесь. Да, чиновник написал программу, да, утвердили, да, да, должны быть какие-то стандарты, что-то. Но если у меня в классе сидит человек, который не может сыграть эту программу, значит, я найду из этой программы какую-нибудь вот такую вот малюсюсенькую вещичку, которую он для программы сыграет, но учить его буду на другом материале. Однозначно на другом, потому что бесполезно его учить на том материале. Он просто уйдет из музыкальной школы, и все, и ничего не будет. И вот тут включается мое профессиональное, да, что я ему могу предложить. Или я ему могу предложить пошлую дешевую музыку, или я ему могу найти какие-то хорошие песни. Для этого я сама должна почитать листа. Вот тут возникает вопрос. А что касается того, о чем вы говорите, да, когда, как я беру детей, как я начинаю, меня все пытают на эту тему, и все думают, что у меня есть какой-то способ. И я всех разочаровываю, я говорю, вы знаете, у меня нет способа, все зависит от того, кто сидит передо мной. Я не могу, я ни одного ребенка за 30 лет не учила по одной какой-то модели, ни одного, у меня ее просто не существует, потому что вот сидит в этой группе, которую я привезла детей, сидит Родион Шакиров, который ко мне пришел в 3,5 года, я его не взяла, я его год мучила, водила за нос около рояля, когда он уже просто вот из штанов выпрыгивал, хотел за инструмент, только потом я его подпустила, была Саша Долбин, которая пришла в 4,5, и мы начали заниматься, я увидела ее совершенно в другом направлении, я поняла, что я буду тут строить сразу. Я не знаю, как я это поняла, но когда мне говорят, вот вы увидели какие-то руки, или вы там еще что-то такое увидели. Нет, я смотрю на ребенка в целом, интересен он мне или нет, живой он, общительный он может быть замкнутый, как он поет, как он интонирует, как он со мной разговаривает, какая у него вообще реакция на звуки. Я ищу путь к нему. И я не пускаю его за инструмент. Я ничего ему не ставлю. Я всегда всем говорю, я не ставлю руки, я ставлю уши. Я хочу, чтобы ребенок начал слышать музыку. А потом руки станут сами. Потому что я не знаю, как можно поставить руки, если они у всех людей разные. С какими я должна обладать методиками, чтобы угадать, не зажать, не испугать, ничего. Ну как же, ну вот вы же складываетесь с корявыми руками. Да. Да, я их в процессе работы, конечно, регулирую. И они, конечно, приобретают нормальное человеческое положение. Но если посмотреть на детей, они все разные. У них у всех руки разные. У меня нет одной постановки руки, как и не может быть. Поэтому, когда я вижу людей, которые нажимают на карандаши, на доски, на столы, еще на что-то такое, я говорю, что да, это имеет место, это тоже дает результаты. Я знаю людей результативных в этой области. Но это не мой путь. Я не понимаю, почему надо играть по дереву, если у меня есть живой звук. Да. Я не понимаю, что вы строите. Вы строите технаря или вы ставите руку, вы закачиваете мышцу. Он еще звук не слышит, он уже мышцу накачал. Зачем мне его мышцы?
А если у меня ребенок играет коряво, я вижу его плохой первый палец. Вот вы представьте себе, я вам все время говорю, у вас некрасивые глаза, у вас некрасивые глаза. Вы подходите к зеркалу и говорите, какие у меня некрасивые глаза, да? А если я ребенку говорю, знаешь, говорю, я тут ничего не услышала, я ничего не поняла, что в этом месте происходило, говорю, сделай так, чтобы я это услышала. И мне все равно, как он это сыграет. Я хочу услышать конкретные звуки, которых я не слышу. И он раз постарается, два постарается, на три, на четвертый, пятый смотрит уже первый палец по-другому ложится, потому что задача другая. Он не про первый палец думает, как его поднять, удержать, потому что он его держит. Он что-то уже зажал. А я, мне трудно на каждую секунду следить, что он там зажмет дома. Но я точно знаю, что если он будет слушать звук и искать мне задачу звуковую, как решить, он ничего себе не зажмет. У него может не выйти, но зажать он точно не зажмет. Потому что он будет по-всякому играть, чтобы это получилось. Понимаете? И если ребенок не ленивый, если он стремится к красоте, если он стремится сделать, чтобы мне было ясно услышать, тогда и движение подтягивается. А если я ему движу, я выстроила, он шикарно двигается, ну глухой, как тетерев, абсолютно. И он мне играет, мне даже этюд черни так неинтересно слушать. Понимаете, вот у меня разные есть этюды черни. Вот у меня сейчас сидит мальчик в классе, новенький, живой, совершенно замечательными ручками. Он мне сыграл этюды, сыграл все, я говорю, не пойду шикать, а что, будешь играть через две недели, вот почему? Я же все играю. Я говорю, понимаешь, ты должен играть этюды черни. Мастер, как будто ты играешь в большом зале, как художник. Когда у тебя все так получается, ты мне сидишь и просто тупануто играешь. Мне это скучно. Ты мне сыграй так, чтобы я прослезилась. А он мне начинает играть, и ничего не получается. Я говорю, все, сидишь, и ты неделю занимаешься спокойно. Вот и все. Понимаете, поэтому я ему могу показать, что такое художник. Да. А если я не играю, я ему сказала «и». Дальше через запятую, понимаете? Поэтому я считаю, что все, идем сейчас. У нас, конечно, все замечательно. Но то, что у нас нет притока живой крови, что называется учебное заведение, у нас, если педагоги приняты на работу, то это навсегда. Если у нас приняты в консерваторию, то это навсегда. И мы жадничаем, мы не хотим своего ученика никуда пустить на мастер-класс, не дай бог он услышал что-то лучше, чем я. А это совершенно не значит, что ученик от тебя уйдет. Конечно. Преданный ученик, который ценит своего преподавателя, он не уйдет, он просто услышит что-то новое и будет еще к чему-то стремиться. Особенно, если ты не играющий. Ты должен отправлять к исполнителю на мастер-класс, потому что там он может услышать что-то живое. Ему могут не объяснить, но да. Он интуитивно почувствует что-то живое. Понимаете? А если я сижу и говорю, так, из моего класса никуда иначе всех расстрел, понимаете? Но я враг своим ученикам. Конечно. Я наоборот отдаю своих учеников, но тех, которые готовы, потому что я всегда объясняю, вы поймите, мастер-класс – это урок высшего мастерства, вы просто подсрочный перевод слова сделаете, все, а вы везете на мастер-класс ребенка, который вообще не готов ни к чему. Он не готов не услышать меня, он не знает текста, он ничего не знает. Вы его посадили перед аудиторией и ждете урок волшебства высшего мастерства. Какой урок высшего мастерства? Не выпускайте, кофе, да, да. Мы сейчас пойдем. Да. Просто не выпускайте такого ребенка, да, или подготовьте его к тому, что будет такая обстановка. Вот давайте сыграем вот эту пьесу, она у нас как бы вот уже на таком уровне. Давайте из нее сделаем. Вот как бы вы сделали это художественно, чтобы ребенок уже воспринимал. Поэтому здесь еще вопрос правильного использования мастер-класса. Да? Есть просто урок. Есть. У меня есть некоторые ученики, которым я говорю, что вы знаете, что давайте вот с этими учениками мы будем заниматься за закрытой дверью. Их нельзя травмировать. Очень часто, психика. Видите, у нас все настолько зависимость мастер-класса от выступления другого ребенка на конкурс. Мы покажем, потому что вот это джинджири. Я всегда против такой позиции, против той позиции, чтобы просто выставить на концерт. Я говорю, понимаете, есть какие-то вещи, а ты с совестью своей справляешься, что ты выставляешь на концерт, или не справляешься? Нет, знаете, разу. Например, если вы ребенка показываете члену жюри перед конкурсом, ничего страшного в этом нет. Но вы просто, зачем вы показываете? Да. Вы хотите получить какие-то рекомендации перед конкурсом, это поздно. Если вы хотите просто услышать пожелания этого человека, без привязки к результату конкурса, это другое. Если вы возите к члену жюри, и он вас накачивает, потому что он так услышал, и вы выиграете конкурс, это работа в никуда, потому что ничем не закончится. Потому что мастер-класс, он должен давать определенные установки надолго. Вот поэтому, возвращаясь, Мира Алексеевна, да? Давайте с вами продумаем. Есть ли такая возможность сделать наши встречи регулярными? Потому что... Ну, это надо продумать срок. Все должно, да. Быть основанным только на профессионализме. Кто хочет педагогов, да. Начинать надо с преподавателей тех, которые... Не загонять всех, нет. А есть в каждом городе преподаватели, которые хотят. Их может быть мало, их может быть 5 человек, может быть 10.
которые регулярно будут показывать своих каких-то детей. Каждый город должен иметь какой-то генофонд, который они будут выращивать в профессию. Не все пойдут в профессию, но есть какие-то дети, которые пойдут в училище, пойдут дальше, пойдут в консерваторию и так далее. И на них нужно акцентировать внимание. Вот для таких детей должны быть эти встречи, в первую очередь. Именно а конкурсы и фестивали – это все следующее, потому что конечно. Город должен знать своих героев, должен их поддерживать, должен их опекать, давать им возможность выступать, ходить на них. И это целая программа. Она серьезная. Вы правильно мыслите. Потому что все не могут уехать в столицу, все. Кто-то должен быть здесь, должны быть местные филармонии. Вот то, что вы делаете, это вообще потрясающе. Виртуальная филармония, что мы вообще вот здесь оказались, это просто чудо какое-то. Поэтому это все вещи очень дорогостоящие, и нужно думать о сроках. Ну, пока ноги носят, самолеты летают, и мы как-то перемещаемся и по свету ездим, да, в группе, какие-то графики укладывать, потому что все не могут приехать в Москву. Я думаю, что после сегодняшней встречи большой резонанс. Поэтому очень часто придают, знаете, как говорят, вот покажу и увезут в Москву. Да ничего подобного. Есть здесь хорошие педагоги, можно какие-то мостики. На мой взгляд, самое главное думать не об этом. Если у тебя ученик перерастает педагога, ты обязан его отдать. Да. Обязан. Это же огромное счастье, когда ученик становится интереснее, профессиональнее, чем ты, который его учил. Я считаю, что это огромное счастье. Просто когда есть возможность, так вот, надо, да.